Не может сегодня депутат законодательного собрания подменять собой главу. Мы тоже должны это понимать, потому что все-таки ответственность за то, что происходит на территории района, что происходит на территории, в учреждениях, в сфере ЖК, несет ответственность глава. Да, депутаты должны принимать решения. У депутатов есть функция контрольная, да. Но сегодня, чтобы вот говорить про ревностное, мы ищем пути взаимодействия. И, может быть, есть и какие-то с моей стороны, но все-таки поработать головой, это от этой привычки надо избавиться, когда ты главе сложно, потому что ну, я знаю какие-то тонкости, нюансы, наверное. Мы с главой работаем иногда, мы, бывает, по-конструктивному, по-деловому спорим. Глава хочет решить проблему, но сегодня я могу сказать со многими главами, так что главы у нас разные точки зрения, потому что мы все хотим сделать лучше. В результате каждый думает, как он это сделает по-своему, и поэтому, ну вот, надеюсь, что ни ревности такой особой нет, ну, а то, что... Только спорите или ссорите? Ссоритесь и спорите. Ну, я бы не назвала это ссорой, это, кстати, наверное, больше бытовая такая ссора, а мы просто... Ну, вот мы в одной партии, мы еще и по партийному можем. Мы спорим, но находим совместные пути решения. И чем дальше Михаил Александрович погружается, тем это становится легче, я имею в виду, ему в работе, и мне. Ну, я бы не назвала это ссорами. И споров становится меньше. Мы больше спорим конструктивно сейчас и находим общие точки соприкосновения, решения. Поэтому вот становится работать... Понятно, легко, потому что и в главе района было тяжело все-таки прийти сразу на такую территорию. Я считаю, Назаровский район большой, я считаю, Назаровский район особенный, потому что то, что касается вот такой вот сельскохозяйственный, особенный район, вопросов много.